Так, ребят, давайте посмотрим, что мы сейчас можем посмотреть на Гоху СК. Посмотреть мы можем многое, потому что вот, потому что как бы здесь у нас немало игроков играет, видимо, в связи с патчем. Первый турнир после патча. И смотрите, сколько всяких у нас. Самые сильнейшие игроки, я смотрю, там европейские не особо-то играют. Но я вижу Стрэнджа, который идет по сетке стремительно. Хеллрейзера, стремительно ни с кем не сыграв, пока ждет победителя, так как фрислот. Вот, Неразим, тут Тейлз, Френд, Минато играет. Так, Минато, кстати, с кем-то там играет. Ну что, посмотрим, посмотрим. Гуфой Скай этот. Сеточку добавил в описание, если что. Короче, сейчас вам продублирую в чатике во все. Вот. Так, компаний больше. Компании, я не знаю, может быть, новые какие-то сделают, конечно. Вот, я без понятия, ребята. Вот, вам же просьба гигантская, ребята. Подписывайтесь на премиум, поддерживайте меня и мой канал. Естественно, по реквизиту в описании через плеер. За всем, всем за это громадное спасибо. В общем, ждем начала. Вот. Очень-очень я благодарен. Еще конкурс стримеров не кончился даже. Поэтому рановато тут сдаваться. Да и в принципе, конкурс не конкурс. Поддержка очень важна ваша. Так, компания новая. Так, так, так. Сейчас я воды посмотрю, что у нас тут есть вообще. Сейчас я все выложу на YouTube. Так, это левая тема. Удаляем. Все, все выкладываю, ребят, короче, к Васе гоу. Сейчас, может, и к Васе гоу, а может, и к Саньку, а может быть, и к Лехе. А может быть, корова, а может быть, ворона. Па-па-па-па-па-па-па. Кусочек сыра съела и пошла домой. Короче, давайте посмотрим, что здесь происходит. Так, где Вася-то я не вижу? Вижу. Вася уже начал, мне кажется, мастер Вася. Сейчас секундочку отойду, буквально на секунду, подождите.
Все, вернулся к вам, ребят, я. Все, выставляю назад и жду начала сам происходящего здесь. На данном турнире. Но нужно ждать, пока по сетке кто-нибудь, короче говоря, будет с кем-нибудь играть. Оп, так, Hellraiser, танк-танк. У меня нету Hellraiser в друзьях. Это очень печально. А, тут у меня есть... Так, они начали уже играть по ходу дела. Короче, здесь я не успел ничего выцепить, никого. Амината, чё там? Минатыч хз. А, он Минатыч 8 минут играет. Короче, нету ни хрена некуда ворваться. Пока что. Когда движуха будет, я сам хер знает, короче. Привет, Китер. Здорово всем, ребят. Короче, я жду какой-нибудь пары, по которой будет играть. Вот. Фрэнд Минато. Стрэндж ждет оппонента. Я не знаю, за Стрэнджем понаблюдать можно будет сейчас. Стрэнджа что-то там нету, короче. Ребят, ну игр пока нету, но я сам жду. Сам жду новый патч, GoFSK не за деньги, за очки, как бы. Не думаю, что долго он будет идти, народ немного. Вот.
Лай там ладер катает пока. Уже там Стрэнджа в следующем туре ждет. Хеллрейзер, Тан-Тан победили. Тоже по части сетки Стрэнджа идет. Киану Ривз, вижу, тут присутствует. Киану Ривз, так кто, кстати, АХЗ? Ай-яй-яй-яй-яй, не успела я шлик Минато. Минато френд, ну там ЗВЗ, ладно, короче, ребят. Ну сейчас мы что-нибудь начнем смотреть и будем много чего смотреть подряд. Я просто, ну, вообще, как бы, не знаю. Я пришел не к старту, в итоге не пропустил тайминг, вообще-то, как начинаю. Да, Минато френд там начали играть уже. По нижней сетке идут там. Стрэндж, я думаю, долго не будет играть. Ну, будем по части сетки Стрэнджа, видимо, идти, а там дальше смотреть. Я уж извиняюсь, что так получается, но а что делать еще? Ждем, ждем, еще раз ждем. По-любому каточек в новом балансе увидим наших игроков. Так, пока посмотрю, что у нас завтра будет, чтобы примерно определиться. Ну, в 21.00 стопудово топ-докс будет. СГЛ я что-то не вижу завтра. Странно прямо даже. Да нет, есть завтра СГЛ, и группа очень крутая. Гумихо Ласира и Лайб Джейши. 16.00. Ну, наверное, к 16.00 примерно я и начну. Там, как бы, может быть, заранее чуть-чуть ладерочек покатаю. На ночь, естественно, запись поставлю. Блин, 17 минут уже беспонтово. Просто ничего не происходит на данной трансляции. Как бы это печально очень, но... Все, Хеллрейзер уже танк-танга нагнул, ё-моё, а мы все Стрэнджа ждем.
Так, кто там у нас сыграет-то? Кэт Марин, крестьянер какой-то. А сейчас так просто в друзья не добавишь, на самом деле. Вот в чем прикол, чтобы посмотреть, как бы где там кто. Пацаны, не знаю, как что начнется. Сейчас только игра будет, запрыгнут жгу войска. Вот, ну я надеюсь, сейчас прямо что-то будет, как бы, ну а что? Почему бы и нет? Попробуем добавить. А что по-другому сейчас вообще? Вот почему нельзя добавить человека, чтобы он тебя не добавил, чтобы его написать? Какую-то дебильную систему сделали, не понимаю. Почему так-то вообще? Дом труба шатал вообще. Раньше можно добавить, как бы видеть онлайн, он офлайн, как бы отписать ему было бы. Чего там такого-то?
Так, хоть стоп-старт делай, чтобы обрубить этот флут весь левый, короче, ничего не происходящее, в общем-то. Такая тема. Ну, сейчас Стрэндж будем смотреть, короче, как ему дадут этим двум тех луз, как бы, не знаю. Минато Френд бьет сейчас в данный момент. Хеллрейзер уже там в четвертом туре ждет. Стрэнджа как бы пока не двигают. Мастер Вайс проиграл. Сетка в описании есть, так что смотрите. Хоть сам ладер катай, блин. Так, без рейтинга катну, короче, поехали. Чтобы хотя бы что-то посмотреть, ребят, что ничего не происходит больше сейчас, я, в общем-то... Решил Стрэнджок на очки поиграть. Так, очки идут в СССР за ноябрь. Сейчас посмотрим за ноябрь. Кстати, у Стрэндж, да, поэтому играет, что у него все не очень по очкам, там, я так понимаю. Ну что, хилая станция, я считаю. Это же жилая станция, что. Уверен, что золото занять первое. Тут мазеркорд прилетит, начнет пиу-пиу делать. Супер свой билд. Но я не буду его делать для сгрызалить этот билд, а буду делать для выхода на золото. Пораньше пулы, пораньше все было. Так, короче, надо выходить, ребят, только начал. Так, всем удачи, желаю, чай наливаю. Наконец, что-то посмотрим мы. Все, Стрэндж против Шайни. Погодите, это кто Шайни у нас? Сейчас. А, это Шайни Рейн, это Шайни Рейн.
Все, сейчас Стрэндж подряд три тура будем. Кстати, Shiny Rain, Lemur's Hellraiser, короче. Там уже оппоненты на три тура есть. КБ этот, следующий еще один, короче говоря. Скоро уже там уже дальше будут оппоненты. Это бой один, тут быстро все будет. С моим билдом на любой базе не затерплю. Всем гаганчик. Это супер билд. Забиц. Привет, привет всем, ребят, на Твиче, на Гудгейме и везде. Смотрим Гуфу СК, ребят. Ну, не стал я домой, был соблазн у меня жесткий пойти, конечно, сегодня, вот, пораньше. Завтра, наверное, пораньше я освобожусь, не буду топ-дог с вечером стримить, постримлю днем какие-нибудь турики СГЛ, и потом освобожусь, пойду, короче, отдыхать, скорее всего, вот. Потому что в субботу, воскресенье долгие дни у нас будут, суббота у нас, соответственно, 17:30 начнется плей-офф, между прочим, Старлайна в новом патче. Вот, до этого будет отборочный на ИЕМ корейский. Короче, там будет серьезная заруба, серьезная движуха. Ну что, находит Stretch Proxy и обрубает его сразу же просто. Прокси факту. Уходит на ХГ. Возвращается назад. Хитрая КСМ-ка начала достраивать. Оп, Стрэндж его палит. Чё ты, говоришь, здесь сделаешь? Красавчик. Стрэндж так и надо разводить. Два Марика идут такие. Сейчас факту будем охранять, типа. Еще два, но куда там КСМ-ки-то нету. Понятно вообще, что тут Шайни делает. Трубку зато подрежет. Сталкер, адепт уже спускаются. Марики ушли на ХГ. Так, Акта все еще стоит недостроенная. Еще два Марика. Вот 6 сейчас будет. А здесь... А, на мейне Акта пошла. Ну что ж, интересно. Включай пью черный обычный. Мама туда его сыпет, ему, блин, чефирку это получается. Забыл предупредить, чтобы поменьше сыпало. Сейчас, секундочку. Спрошу кое-что. База атакована. Прочь с дороги! Кто на новенького? База атакована. Стрэндж не бился за очки. Я же говорил так, а спрашивал у него. Стрэндж мне сказал, что за очки он... Секунду. База атакована. Так, Стрэндж сказал, что он не бьется в середине месяца за очки, только за призы. Но... К концу месяца, если он в топ-16 не попадает, он последний из очки играет, короче говоря, вот так вот. Вот. Это новый патч. Ну, что за вопросы, Стробара? Нет, ему зашли в старый, решили в старый сыграть. Конечно, новый, теперь же все везде новый будет, даже на Азии. Вчера на Азии СГЛ по-старому был. Теперь, естественно, по... Так, заходит Стрэндж. Сталкер без блинка, минус сталкер один сразу. Опасно это все, ребята, опасно. Но призма есть. Раскладывается призма. Даварпа чуть-чуть идет. Адептика. Ч
что Стрэндж хочет сделать. Я пока, кстати говоря, понятия не имею вообще. Так, халяву тут нашел золото. Тирантик выдвигается отбивать. Мариков тут реально много. Ну, Стрэндж улетит сразу. Пашур давал псулкеров, и можно заблочить. Так, Бэм, почему просто больше иллюзий не используют для подсветки? На стиме сзади марики прибегают. Теперь надо отсюда Стрэндж точно сваливать, потому что он теряет сталкеров на ровном месте. Ну, двумя улетел. Потери выше, чем у Тирана. Вообще непонятно, за что тут дрался Стрэндж. Но 45-24 по рабам. Я уверен, что он эту игру не отпустит уже этому Тиранчику. Хотя стимпак у него есть. Такой мастер лига точно, наверное, у Тирана есть. Призма на мейна Стрэндж полетела. Два твайлайта, Стрэндж что-то на расслабоне слишком строится одновременно прямо. Ладно, а потом бывает, просто забываешь, там вот у меня было так, забыл, что в Дарков играл, строишь новый твайлайт вообще, у тебя Дарк Шрайн там 1000 лет был. А здесь-то два одновременно строятся. Ну, можно блинк с чаржем по таймингу заказать, или блинк с глефами вообще четко будет. Стрэндж заметит, что твайлайт второй строит, молодец. Отменил. В это время адептики заходят на мейн. В количестве 3 штуки. Прилетел Либератор. Добил там одного рабочего Стрэндж. Ну, адептика увести можно было бы. А еще она что-то засаживает, высаживает Либератора. Непонятно вообще. В это время пытается выход сделать. Ну, 12-4, 71 по лимиту, как бы, и там робо-бэй, колодцы скоро пойдут. Здесь адепт Стрэндж отдал, на золото можно пролететь сейчас. Иногда смотрю и даже со Стрэнджа удивляют. Ну спустись ты вниз с залпа, убей Либератора, он через оклик бьет там два сталкера, что-то ать-ать-ать им не достать, и он их на халяву просто раскладывает. Какой-то Тиран непонятно еще тут напрягает. Контолочка Старлайна в субботу, я же говорю, в 17:30 начнутся 1/4. Вот. Финалы воскресенье, наверное, я так полагаю, будут. Решали просто, когда проводить, ну, игроки, там конфа была в скайпе, как бы, ну, вот, на каких картах, на новых, на старых, там, патч, не патч, ну, решили, что новые карты и там все дела, ну, это новые старые карты, на самом деле, прикольные, я даже жду Старлайна, весело будет, вот, ну, и там на декабрь тоже что-нибудь начнем пилить, какой-нибудь турнир. Ну, ГГ года надо думать, как бы, надо с Яндексом спешусь, я там что-то как. Так, ну тут с колоссами Стрэндж движуху устроил уже, агрессивно, блин. Ну, кстати, у Стрэнджа же сталкеры были хиповые с этими новыми скинами. Стрэндж что-то назад обычных поставил. Ну все, здесь минус чел.
Дальше к Стрэнджу пойдем. Также, в общем-то, там у него следующий французик какой-то. Немца отправил отдыхать. Сейчас француз, потом Хеллрейзер. Минато выиграл Френда, снизу идет там. Так, сейчас булочку тут съем, одну секунду, ребят. С новым патчем, кто был никем, стать всем. У нас только прям глобально здесь не изменили, но изменили баланс сильно. То есть, конечно же, на старом левеле будут вытаскивать товарищи, но... Есть шанс, да, вырваться вперед тому, кто отставал, во-первых. Во-вторых, придать это может новые силы в плане того, что, типа, плюс мораль получишь ты. Типа, сейчас-то я всех развалю. Так, сейчас руку сполосну, блин. Одну плюху съел, это, ну... Ну что, Оркс Лемор, знакомый какой-то никнейм. Не бомбило ли у него на ладере? Может, я с ним даже играл. Вот. Или просто я с ним играл. Все, поехали. Следующий Хеллрейзер после Леморса. То есть будет ПВП, следующий Стрэндж победит. Ну что, ребят, просьба адлоки отключать, пилю рекламу, рекламы сейчас много. Подписывайтесь на премиум, поддерживайте меня и мой канал, естественно. За это всем громадное спасибо, я говорю вам. Привет, Сержине. Привет всем, братва. Короче, Стрэндж против Оркс Лиморса. Сейчас два ПВП подряд будут. Стрэндж против Оркс Лиморса и Стрэндж против Хеллрейзер. Дейбрейк, кстати, карты. Блин, так я рад вот этим картам. Хорошо, что целый сезон они будут. Я надеюсь, что всем понравится и будут вставлять их далее.
Так, Уркс Лемур скиповый, сталкера, как у Стрэндж. Здорово, Джабаданчик. Задержка 2 минуты, помните об этом. Болеем за наших, тут Минато и Стрэндж бьется. Состав, конечно, не самый топовый, но у войска все-таки за очки бьются. Вот кому интересна ситуация по очкам на данный момент. Топ-16 пройдут. Пройдут, соответственно, в... Этот, как его? Финалы месяца ноябрьские, которые будут в декабре, обычно так делается. Вот, ну... Стрэндж с Минато в них не входят, но они рядом там. То есть им надо в этом турнире просто повыше подняться, и пройдут они. Возможно, вообще финал Стрэндж Минато, как бы, ну не знаю, там и корейчики есть, как бы. Так-то конкуренция здесь присутствует, я вам скажу. Когда понтуешься и типа, да ну тут оппонентов нет, то на самом деле всегда происходит слив, как бы, и всегда что-то тебя удивляет. А когда просто думаешь, блин, что-то все тут жесткие, как бы, то хоп, идешь по сетке, вот как я раньше играл, так замечал, по сетке турниры бывает. Ну, то есть... И хе как там, кто-то кого-то выбил друг друга, крутой, там потом ты кого-то наказал, если уровень есть, короче. Забаданчик, карты старые, Daybreak, чаще, этот, эхо, короче говоря. Ваниская исследовательская станция. Потом еще что там есть. Эти, зелененькая, это крутая, большая. Вихрь, короче, вообще карты крутые, старенькие все, вообще четкие. Блин, я хочу катать ладер, как бы, но времени что-то нету пока. Стрэнджер оба. Адептики идут вперед. Где реклама? От блоки отключайте, увидите рекламу. И премиумы отключайте, если премиумы есть. Рекламы сейчас много, даже прикольно есть. Так, Стрэндж тут хитро как-то вокруг обходит. Но я думаю, Стрэндж знает эти карты, как бы. В те времена он геймил уже, как бы, на буткемпе у нас там. Так, тут Оркс Лемурс идет вперед, смотрю. Блинк уже почти... А, погодите, у него уже готов? Да, у него готов, но и у Стрэнджа будет через пару секунд, блин, готов. Заходит к третьему Никсу, который Стрэндж еще хочет поставить, но... Так, у Стрэнджа есть Иммортал, у Стрэнджа гейты добавляют. Здесь сколько, кстати? Блин, а тут гейтов, он что-то наштамповал. Это что такое? Форжа Роба Бэй. Так, пробочку убил. Полетела... Полетела иллюзия. Вперед, заметь. Да, замечает иллюзию. Законтрить ее нечем. Процу этому. Стрэндж внимателен, молодец. Ну, так, насовал ту сталкеру, 3 хп снял. Остальные поля отрегенятся. Иллюзия пролетает. Видит прекрасно, смотри, что здесь происходит. Ну, фаржу с Рубэм-то ключевой момент. Ты не спалил. Во, спалил, молодец, Стрэндж. Но Робо Бэй не заметил, как проявляется. То есть на карте он у него будет в виде, естественно, не проявившегося здания, а вот этой хрени, короче, строящейся. Третий Никсус запилен. Стрэндж сам не спешит. Смотрю, Лемурс этот вообще на уровне Стрэнджа играет, как бы, и все окей. Так, если Стрэндж что-то бегает, то сюда там плюс один пошел. Вообще у него все лучше, чем у Стрэнджа даже, я бы сказал, сейчас. И Никсус при этом раньше самое главное. Так, Стрэндж идет сюда, разве что... Так, здесь и Лемурс есть. Стрэндж ловит тут оппонент своего.
ходят для морс. Ну, на у сталкера стрэнджочек забрал. Можно камни пробить, выход, например, сделать, я не знаю, или что тут делать. Так, третий Никс. Начинают Стрэнджика у Лиморса добываться. У Стрэнджа уже единственный майнинг идет. Стрэндж только плюс один заказывает. Но на самом деле я не беспокоюсь за Стрэнджа. Почему? Потому что дестабилизаторы, они скиллоуравниватели. Точнее, они не уравниватели, они выпрямители. Почему, как бы? Уравниватели — это когда клик. Выпрямители, потому что если кто-то кривой, он на них по-любому проиграет, как бы, даже если у него их больше. Так как нужно попадать хорошо и много очень четко делать там на дестабилизаторах, как бы, моментов. А я думаю, тут Стрэндж все-таки более грамотный игрок, почетче будет. Почетче. Кто почетче почо? Че почо? Ладно, короче, хватит этот дебилизм задвигать, короче, ребят. С 58-59 по рабам лимиты вообще одинаковые абсолютно. Фотоночку у Лиморса на третью, Стрэнджа нет, Стрэндж переведет побольше пробок. На мэне 9, вот здесь, да, здесь 8, здесь тоже переведено, все как бы, все в порядке. Как бы, блин, вообще вровень идут, Стрэндж какую-то там пробку наверх поехал. Здесь пилончики, я помню, напиливал от дроп раньше здесь, там здесь можно напилить, можно здесь даже напилить поближе к оппоненту. Вот, ну как бы Лиморса больше лимита, вот он куда-то сейчас выдвигает, с него плюс 2 у Стрэнджа. Ну, хорошо для Стрэнджа, хоть он плюс 1 будет драться. Так, здесь сталкер хитро обходит сбоку, это чтобы не выдвигаться с позиции не очень удачной всеми. Так, видит Стрэндж, где оппонент ходит, на мумию принимает ИМА, на мумию принимает, так, зал дестабилизаторами, минус 2 сталкера. Но Стрэндж тоже дестабилизаторов выводит, вот тут еще. Вот о чем я говорил в плане выпрямителя. Хорошие бомбардировочные выстрелы от Стрэнджа, разбомбил нахрен просто. Вот, пожалуйста, одна ошибка, и дестабилизаторы ситуацию выравнивают. Я был уверен в этом, потому что Стрэндж все-таки, я не знаю, сколько у него на данный момент ММР будет в новом патче, но Оркс Лиморс, видимо, неплохой проц достаточно, но Стрэндж получше будет, как бы. Ну, пару выстрелов, и все, ситуация в игре меняется. Дестабилизаторов у Лиморса вообще не остается, ни одного, а нет, один остался, у Стрэнджа 6. С другой стороны, он по 2 строит, у него плюс 2 раньше, там, как бы, и... Стрэндж зато 4-й Никс здесь тоже ставится, как бы. Ну, ФЗ. Допустил раз ошибку, исправить ли второй, вот в чем вопрос. Стрэндж, как бы, очень... Вот самый опасный у Стрэнджа момент. На мэйне на вторую фотонку добавлять, на самой-то новой базе что не надо, если Дарк сюда придет какой-нибудь. Все, тут сразу... Вот это такая тема, да, может, с Лиморсом-то и не вкатит, там, что-то отведешь, там, обсервера, там... Рабов поводишь. А с более сильным игроком это чревато последствиями самыми серьезными. Какими? То есть ты начнешь отвлекаться там на оборону просто и отдашься в другом направлении в каком-нибудь просто. Выдвигает Стрэндж на центр. Имея ревелейшн на армии оппонента, Стрэндж знает, где он находится. Позицию прекрасно знает. Его... Чем дольше игра длится, ну и ничего. Ну это чем дольше игра длится, это всегда, потому что там сложнее, больше контроля. Но дестабилизатор такой юнит, который как бы именно контроля зависимый. И не просто контролить, ими надо попадать, успевать, и еще другие действия делать. Они сложные очень юниты. Реально, как бы, уровень хороший надо иметь, чтобы ими побеждать. Нужно имя и нужно к ним готовыми быть. То есть я поэтому и не люблю в них играть на ладре, потому что я не умею, я стараюсь пушить просто ПВП. Хотя ПВП никогда я так не играл там и, ну. Вот я и говорил о чем. Вот я и говорил о чем. Стрэндж сам сейчас ошибается просто жестко, отдает на муви дестабилизаторов. Просто где-то 4 за залп или 5. И вот Revelation зарешал очередной раз. Так, сюда блинкаться агрессивно нельзя, иначе залп можно отхватить жесткий. Ну, Стрэндж еще Трениксус вовсю добывается. Здесь добычи меньше, как вы видите. Но там плюс 3 доделают. У Стрэнджа нету плюс 3, например. Стрэндж делает Оракул. У него уже один есть, он висит. Он забыл про него, он с той энергией висит. Там еще может Revelation вставится. Очень-очень много.
Давайте оракулов начнем терять. Ну, Стрэндж, что ты творишь-то? Вот же висит еще один. Стрэндж не видит, просто что у него он. Физуль, привет, активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Физкульт. Спасибо всем за премиум, за поддержос. Что же ты делаешь, Стрэнджочек? Дай ты залп-то по ним куда-нибудь там. Хорошо, тут я не понял даже куда там. Что за сталкеры взорвались? Попал все-таки из-за ублинка, похоже, Стрэндж успел. Так, залп пошел вот из стабилизаторов. Это понятно. 167-158. Битва-то напряженная. Здесь очень прям таки идет, я бы сказал. Так, оракул прилетает. Стрэндж попадает под залп и дестабилизатор. Успевает фокус. Как он фокус так успевает? Смотрите, не успевает просто стрелять. Как он не успевает так? По имам попадает, тем не менее. Так. Ну, Стрэндж микс такой поинтереснее. Дестабилизаторов отфокусил, но фактически Стрэндж здесь... Не сказать, что развалился, он только-только бровень разменялся-то. Ну, прямо битва идет не на жизнь, а на смерть, я бы сказал. Причем третья атака, там раньше намного у оппонента Стрэнджа. Стрэндж уже пятый никто собирается ставить. Здесь надо на четвертом, хорошо, что две фотонки и стационарная оборона. Что-то много пробок откуда куда едет. А, и со второй, с мейна, походу. Ревелейшн очередной на Стрэндж попадает. Здесь тоже в ревелейшне, то есть один видит другого, а Стрэндж видит здесь армию оппонента. Это очень хорошо. Но лимит Стрэнджа всегда больше. Меня это радует. В Темпестов пока экономических возможностей нету таких выйти, чтобы Темпестами воевать. Залп, который дестабилизатор дает, можно ли контролить? Его нужно контролить. Ты стреляешь и сам патроном выбираешь, куда попадать. В этом и сложность. Если начинается сплит, тебе нужно выбрать, куда, в какую часть стрелять. Его нельзя прицепить за юнитом. Ему нужно именно привести в точку в какую-то. Поэтому иногда на противоходе их ловят, бывает, или что-то еще там. Китер, да, больновато было, но... Так, зелки на четвертую. Две потом. Хорошо, что две. Была бы одна, бы сразу бы упала бы, и зелки бы начали проскалупывать. А так, видите, две фотоночки есть до рабов. Пока фотонки убили, сталкеры успели потянуться. Рабы живут. Стрэндж сразу 4 еще ставит, правильно. Жалеть не надо ресурсов на... Так, от Стрэнджа тут залпы пошли. Чуть бы поближе были, стабилизатор еще бы нормально могло попасть. Так, да, варп зелков, сталкеров подлинкивает Стрэндж. Здесь контрварп, 3 атаки в 3 атаки. По грейдам ситуация равная. Фотонки Стрэндж задефил свои, молодец. Ну все, теперь дисизия оборона. Стрэндж выдвигается к четвертому. У них здесь, кстати, как опасно стоит дестабилизочек этот, я вам честно скажу. Ревелейшн кидает Стрэндж. И на халяву просто позицию успевает занять таким образом, что Реморс не дефит свой Нексус. Посмотрите, четвертый. То есть Стрэндж в размен приходит значительно раньше. Ну, оппонент его тоже в размен идет. Кстати, без дестабилизаторов вообще Стрэндж контрзалп делает туда вниз. Ну, все в порядке. Короче, здесь добыча уже выбита, а здесь-то добычи много, еще стационарка есть. И Стрэндж, даже если ему убьют сейчас все базы, там он просто выключит экономику, а сам накопит за это время запас ресурсов такой неплохой. На третий Нексус нужно заходить. Куда ты, Стрэндж, там идешь-то? Так, залп пошли. Сталкером. Нифига разбомбило беднягу. Разбомбило нормально. Короче, напряжометр все равно безусловно здесь для Стрэнджа. Надо контрзалпы делать. Контрзалп не наблюдавка. Мазеркор ставит уверчажи пару штук. Стрэндж отходит стабилизаторами назад очень жестко. Агрессивный подблинк пошел. Фокус дестабилизаторов от Реморса жесткий идет. Где дестабилизаторы стреляют, Стрэндж здесь развалится, конечно, но он зато выбьет много армии. Посмотрите по лимиту, то есть экономика зарешала. Так, здесь по имам залп, по дестабилизаторам залп, агрессивный блинк вперед. Имморклы падают, Архон очень неплохо помогает. Архон Стрэндж назад за сталкеров отвел, правильно у него по био есть. Да надо было его так дальше и вести. Короче, все, стягивает Стрэндж вперед, уже на F-ке по ходу дела. Оракулы прилетели. Да, на F-ку нажал Стрэндж. И оракулы прилетели. Напряжнее было, напряжно. Можно прицепить за юнитом. Ну, можно прицепить за юнитом, но иногда это в минус только. Тут я не к адептов, да, можно тоже прицепить, в принципе. Но иногда это в минус вообще только играет. Я про то и говорю.
Так, Strange Hellraiser. Ну что же. Блин, забыл битрейт-то я поднять. Хотел до 4500 хотя бы битрейт поднять. Ну ладно, завтра подниму. Ребят, напомните мне, что битрейт нужно поднять. Тут выяснилась такая тема. Я смотрю на свой стрим и вижу на высоком качестве. Какая-то мыло много очень. Потом оказалось, что... Блин, я же 45 FPS поднял как бы с 30, и нужен битрейт повышать, либо пресет ставить более медленный, потому что кодирование, ну то есть на больше кадров тратится там, вот, и, короче говоря, качество снизилось, картинки немножечко, хотя она стала плавнее, нужно новый процессор грейдить, я с декабря месяца подумаю об этом всем деле. Короче, ждем продолжения. Стрэнджу будем врывать. Стрэндж Хеллрейзер. Пара из СНГ будет биться. Украинский игрок Хеллрейзер против Стрэнджа. Минат с Тейлсом. Там мистику ждет снизу. Зизиги Вондер Микроб. Вудер Микроб какой-то там будет еще. Ребят, да прошел кампанию новую, выкладываю пак новых миссий на ютубчик. Старые не стал выкладывать, не вижу смысла. Ну что же, ждем. Кстати, Hellraiser любят арматку играть, может мы сейчас что-нибудь такое интересное увидим. Не знаю, что там за карта, правда, на GoFSK. Карты по раундам ставятся, насколько я помню. Сейчас я проверю даже. Это что будет у нас? 1/4. Кстати, это Бутри уже должно быть 1/4. Читать правила. Так, сейчас правила прочитаем. Карты там где-то снизу были, насколько я помню. Так, Bottleneck, ты за меня, объявить, объявляю, что ты за меня, но я не сомневался вообще, короче. Или что объявить-то? Спасибо, короче, ребят, всем за поддержос еще раз. Помните, правда, что идет ноябрь, конкурс стримеров, еще, ну, если тысяч на 6 очков отстать к концу, или на 10 хотя бы, можно пободаться будет там, вот, в конце, но если больше, то печально, поэтому поддерживайте меня и мой канал, естественно. Да и какая разница, конкурс, не конкурс, на самом деле нужно, поддержка нужна, нужно много-много всяких вещей делать, короче, ком грейдить там и т.д. в будущем. Абвер, смотрю, там нормально что-то за последние пару дней там прям набрал на марафоне этом. Я стараюсь стримить очень-очень много, ребят, но завтра, скорее всего, я постримлю ладерочек, потом будет СГЛ, кто видел сетку, там великолепные будут просто матчи завтра на СГЛе. Вот, а именно там группа будет, где будет играть Гумиху, Ласира, Элайф и Джейши. Джейши очень неплохой китайский проц. Ласира недавно мы видели, очень круто отыграл он на... Ну как круто, не очень круто, нормально отыграл на Лайфенке. Зерк и Гумихой Лайф, два очень крутых тирана корейских. То есть там будет много-много разных матчей, зеркалки. Только ТВТ одна будет, Гумихой Лайф.
Вот, 6 бо 3. Это в 16:00 завтра будет начинаться. Вот. Ну а вечером, наверное, отдохну. Почему? Потому что субботу будет у нас самого. Погодите, кстати, в субботу во сколько там? Ем у нас, сейчас я посмотрю. В 12:00 в субботу будет начинаться отборочные на корейские ЕМ. Там только корейцы будут, там просто великолепные матчи будут, ребят. Вот, и ЕМ Гуинджи, там я забыл, короче. Яхэзэ, короче, что там, как бы, как, ну... Как город называется, короче, в Корее будет ЕМ, где только корейцы будут там. И 3 дня будут отборочные, то есть мы будем смотреть великолепный корейский StarCraft несколько дней. Ну а в 17:30, приблизительно в 17:30, вот, начнется Starline FF. Можно вопрос, Бутлнэч, давай. Чё-то Hellraiser они, что ли? Я чуть не понимаю пока. Чё там к чему? Походу Hellraiser, да, кто-то подпропал. Какие самые интересные стадии начинаются? Так, я не нашел, где тут карты вообще. Так, Минат, ещё Минат ждет у нас. С Тейлсом он там бьется или что он ждет? Над Стейлсом, да, там бьется. Это интересно, конечно, но я уже к Стрэнджу, короче, иду, потому что там СНГ игроки, 2 наших игрока будут биться. Будет интересно. А, все, с 1/4 черкать карты должны, я так понимаю. А я Стрэндж-то еще не понимаю. А вот все заходит, перезаходил, что-то Стрэндж, я так понимаю, да. Я уж что-то испугался. Завтра топ-дог с Бьяном. Да, я знаю, что завтра топ-дог с Бьяном. Ну, посмотрим. Просто он очень поздно начинается. Я как бы хотел отдохнуть, потому что вроде дни будни. Я вчера, например, я стримил как бы со скольки? С 14:00 примерно до 4 часов ночи вчера я стримил. То есть 14 часов. Пытался этот сраный корабль в компании, короче, развалить в последней миссии. И в итоге ни хрена его и... Чалик, хватит рычать. В итоге ни хрена его не развалил, поехал домой на велосипеде. Просто Чаликом погулял. Вот. Давай, Чалик, иди сюда. Вот и Лунач, да что, если поиграешь с тобой опасно играть, ты же сам знаешь. Ты все... Если ты вангуешь, то... Короче, у меня что-то все не сходится. Смотрите, какого крысачка тут я поймал. Вот какой этот крысачок попался мне. Вот он какой мне попался тут. Оп. Вот он какой попался. А что ты жопу-то закрыл, Чалик, своим хвостом? Ты что боишься-то? Ты кого боишься? Меня? Посмотрите. Ты что, блин, дурик? Я же тебя обижать думаешь буду, что ли? Когда я тебя обижал-то? Ну, бывало, иногда, конечно, ругал и даже бил, когда косячил-то. Хвост вниз уходит, такой, оп, все, расслабился. Ой, там такой, вот он такой, расслабился, короче, мой братан. Так. Так, своя игра, вихрь, короче, карты Blizzard. Где вихрь? У нас вихрь.
вашим запросом временное затруднение, ребят. Как бы с запросом создать игру временное затруднение тут происходит, короче. Так, попробуем полностью перезайти в клиент. Иногда это помогало, но бывает, что баг этот надолго просто, короче, запиливается. Так, у меня вообще фатальная недопустимая ошибка StarCraft какая-то. Что за хрень-то происходит, ребят? Так, вот, Лунач, что ответить-то, я не понимаю. Так, все, зашел я все-таки в итоге. Бирка к креслу прицеплена. Бирка кресла. Не снял. Аккуратней с водкой, Батлнэч. Без мода. Да нет, такая тема бывает, но она лечится быстро, короче. Отменить-то можно, не?
Опа, отлично, создал Стрэндж. Без мода. Ну ладно, пофиг, без мода. Посмотрим. Ну что, Bottleneck, поехали. Hellraiser против Стрэнджа. Стрэндж с зестом на картинке. Любимчик Стрэнджа. Погнали. Думаю, Стрэндж должен разваливать, короче. Ну, хз. Hellraiser оппонент опасный. Ну что, Стрэндж против Hellraiser, эхо первая карта у нас. Что там по сетке дальше? Так, 15 Тейлсом еще бьется. По сетке оппонента нету, там Зиги играет. Ну, наконец-то игра начинается, погнали. Hellraiser приходит к Стрэнджу, Стрэндж чуть позже на разведку идет. Не, ну на этой карте в армаду тяжеловато играть на самом деле, но здесь достаточно просто три Нексуса взять, и вот если их взять, уже можно подумать там о карьерах или о чем-то таком. Вот он, значит, как мазаться, я хз. Лучше просто поддерживать, как бы. Но я за Стрэнджа. Понял, что там камера. Что там с камерой? Перворожденные выстоят. Лосяш, куда Верди пропал? Да никуда не пропал. Верди сказал, он там тренится просто в поте лица по 6-8 часов. Вчера на стрим заходил. И скоро ворвется в топчик и будет тащить просто по-любому. Вот. Я на это надеюсь. Так, у Стрэнджа Нексус заказан. Здесь еще пока Нексус не заказано. Так, адептики уходить будут у Стрэнджа? Нет, не уходят. Но тут разделение пошло у сталкеров. Все правильно абсолютно делает, естественно. Так, Стрэндж телепортируется на третью. Не заметил Hellraiser, куда там Стрэндж телепортнулся, по-моему. Поэтому пока никак не реагирует. Стрэндж все правильно сделал. У Стрэнджа Twilight пораньше. Стрэндж по-любому через Блинк будет играть. Я уже не раз видел, как он так играл.
100? Конечно, 100. Как еще? Так. Ну, я за Стрэнджа. Стрэнджу нужны очки, чтобы попасть на финалы месяца. Так, ой, тут сталкер рядом. Адепт of UAD Strange! Реагирует Hellraiser. Адепт, кстати, на вторую приперли сейчас. Дэмэджа вообще почти не получил пока. Опа! Здесь пушек с двух гейтов, обратите внимание, но адептиками можно отвлечь сейчас оппонента своего неплохо. Стрэндж под оверчаржа. Лучше выйти, обойти через верх. Так, здесь сталкер заходит. Пошел филд на... так, филд на пилону. Тут пилон нормально дэмэджа успел внести. Вот, я думаю, что Стрэндж обязан здесь отбиваться. Хотя Hellraiser очень четко фокусит сталкеров, но тут еще два новых приходят. На мейне адептика остался. Минус три сталкера еще будет Hellraiser. Ой, печаль какая. Ой, какая печаль! Для Hellraiser Стрэндж минусует еще сталкера. Адептика на мейне видит? Пошел адептик вниз на лоу-граунд, судя, здесь пробки. Беззащитные пробочки. Адептик не спускается. Ну, сбивает добычу, разве что Брэд Фирер. Чарлик замечательно только что пропустил, как он хвостяру поджимал. Айди Дроид. Да, уже счет. Уже другая игра. Еще все-таки пробку Стрэндж подрезал. Сейчас еще одну может подрезать. Оп, не успел развернуть. Сейчас на развороте ему. Хач, короче, хач. Успокойся, братан. Иди сюда. Чарли, вылезай. Давай, 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 давай. Вот он. Как хвостец поджимал. Вот ты видишь его. Вот он, братюня наш. Шерстистример. Че, Ботлнет, сейчас ответишь. Говорю, да, да. Все, все, все как должно быть, короче. Я же отвечаю. Стрэндж. 100 тексту. Все дела. Иммортал попер вперед. Все будет нормально, Ботлнетч. Прорвемся. Я камеру опускаю, просто чтобы Черлона было видно. Что он делает. А вы помните, что поддерживать на меня и мой канал. Желательно через плеер. И премиумов побольше. ДВТ Демону спасибо, сегодня премиумов подразыграл. Стеновую ручу-то мне на Киви пока денежку не прислал, обещал. Вот. Короче, но... Если как пришлет, еще премиумчиков я подкуплю, подразыграю. По-любому в этом месяце. На Старлане, я надеюсь, получится. Так, у Стрэнджа 6 гейтов, Стрэндж выдвигается вперед, Стрэндж по лимиту в плюсе. У Стрэнджа есть блинк, да, а у оппонента его нету. А призма есть у Стрэнджа? Да, где она? Вот она только-только вылетает. Долго что-то призма вылетает, признаться честно. Ну, в лоб Hellraiser'а не пробить, посмотрите, какая рампа на этой карте. В лоб точно ничего здесь не пробить Стрэнджу. Заходит, ой, хорошие филды, Мортлу на халяву отжал, но 2 сентри, правда, отдал. Сталкеров надо законтролить. Блинк агрессивный наверх пошел. Стрэндж что-то прям в наглую. Куда так нагло-то наверх? Упустил Мазерфор и уходит вниз. Все. Оверчаржа больше не будет. Филдов особо нет. Где призма-то, Стрэндж, твоя? Призму забыл. Ну, ё-моё, как так можно, Стрэнджочек? Пытается зайти на ХГ. Филды выманил у оппонента своего. Филдов пока нет больше. Адептиком чуть светанул. Ну, надо сейчас, наверное, не в лоб, надо, наверное, призмой как-то развести на мэйне попытаться Hellraiser'а. Когда будем вместе, ну, как-нибудь свидимся, я надеюсь, будет у нас еще. Посидим, покумекаем. Вот, по тому моменту, который ты любишь, как бы. Я тоже иногда работаю по нему, как бы, ну, стараюсь пореже, а то, знаете ли, опасно это все. Уже наработался в старые времена. Так, здесь призма залетает, Стрэндж адептов дропает призма. Жадность фраера сгубила, точнее двух. Фраерок.
женского рода адептов, я имею в виду. Ну, Стрэндж то куда, ему улетал уже, блин. Призма. Здесь Нексус заказывается, у Стрэнджа уже готов, но преимущество, как ни крути, у Стрэнджа, у него сейчас дестабилизаторы пойдут, а третий Нексус есть. И плюс один Стрэндж раньше заказывает, здесь чардж пораньше. Здорово, Ревчик. Кто там говорит, что Ревчик горит? Ревчик сегодня какие-то там челленджи, смотрю, выполнял. Вроде играет. Надо трениться, я надеюсь, будет трениться, потому что, ну, патч новый, надо как бы стараться. Так, два старгита. А зачем два старгита? Контра пошла к дестабилизаторам со стороны оппонента Стрэнджа Хеллрейзера, но проблема в чем? Когда у просто дестабилизаторы в армии и еще преимущество по грейдам, тогда фениксы будут гибнуть очень жестко, тем более лимиты уже больше соточки, как бы это жестко на самом деле. На марафоне я использую тактику файтинг до конца. Я еще-то приуныл, но понял, что надо файтинг до конца, потому что смотрел, Абвер там вообще держится в пределах 5-6 тысяч, как бы, очков, и это в порядке. Ну, Абвер, конечно, человек часов много, но за последние 2 дня там и поддержки просто было нормально. Ну, не знаю, посмотрим. До конца погеймим. Марафонов больше с моей стороны не будет, вот. При любых раскладах. Но если вписался, говорится, взял мяч, так... Уяч. Вот. Короче, надо до конца действовать. До конца. 130-131. Что-то как-то лимиты уже близки. Тут фениксы пошли, а Стрэндж обманывает. Смотрите, Стрэндж построил 2 дестабилизатора и выход в колоссов делает. Кстати, интересный свич пошел со стороны Стрэнджа-то. 3 дестабилизатора. Колосс будет еще один. Должен заказываться. Колосс еще не... А архивы темпларов пошли для архонов. Плюс 2 заказывает Стрэндж. Еще можно фидбэчнуть на самом деле будет... Так, иллюзия летит. Куда она там летит-то? На мейн летит. Куда она еще летит? Надо бы сбить иллюзию эту. Сбивает Стрэндж иллюзию. Двигается по центру. 42-157 по лимитам. Вот. Архон запилен. Два колосика строятся у Стрэнджа. 149-153. Четвертый Никс. Так, видел четвертый Никс, кстати? Нет, не видел четвертый Никс. Хеллрейзер. Иллюзия Стрэндж сбивает. Молодец. Ну, надо проверять четвертый Никс. Без четвертого, если не заметит Хеллрейзер, то печаль. Сейчас будут колоссы. Когда вот этот грейд доделается, а доделается он через... получается у нас 70 секунд, чуть меньше даже уже. Вот. У Стрэнджа будет преимущество по грейдам хорошее очень. Что-то Стрэндж саплайблок, правда, словил. Потому что плюс 2 на 0-0, это вообще печаль, как бы. Хеллрейзер какой-то там вперед поперся. А, ну так, адепт из минус 0 решил выйти. Все, Нексус начал добываться. Так, ну Стрэндж на центре, иллюзии посылает. Против дестабилизаторов-то фениксы помогают, а вот против колоссов они уже так себе помогают. Почему? Да, они по ним стрелять будут, но сплэш колоссов будет очень сильно решать. Идет вперед Хеллрейзер, кстати, у него очень опасный микс, я вам скажу. У Стрэндж уже плюс 3, правда, заказано. У него имморталов в миксе 5 штук. Сталкеров много очень. Архонов. Так, ну Стрэнджа сталкеров еще больше. Так, залпы пошли от Стрэнджа. Сразу 3 дестабилизаторами бьет вперед. Колосс заблудился. Куда ты идешь-то, косинок? Ё-мо, пока подкосились ножки, дурачок. Надо идти. Нормально, с прикрытием. Ну, Стрэндж тут нормально все делает. В принципе, у него ситуация лучше. Пытается Хеллрейзер зайти с иного направления какого-то. Дестабилизаторы идут вперед. Не стреляет, пока Стрэндж фениксов начинает фокусить. Поднимает раньше дестабилизаторов, чем они стрельнули. Хеллрейзер считает ошибку. Сейчас они опустятся и стрельнут нормально уже. Стрэндж, стреляй. ГГ пишет. Г, точнее, Хеллрейзер. Стрэндж развалил даже без дестабилизаторов. Погнали, короче.
Так, все, заходим в игру, поехали. Strange Hellraiser, есть там оппонент у Стрэнджа, вот. Зиги, да, уже есть оппонент. Ща не почеркает. Потом я на минутку пару отойду после этой... Хотя не после этой игры, после всего Бутри в целом. Отойду я. Хорошая карта сейчас будет, Вихрь. Мне очень она нравится своим видом, во-первых. Да и раньше нравилась, она большая, как бы, во-первых. Во-вторых, ну, в армаду здесь нелегко сыграть. Была эпичная игра в армаду на Казани, на турнире, где было 2 на 2 и 1 на 1 турнир. Там браток, я помню, с кем-то выиграли, с Аристео, что ли, они играли, давно еще было. Мы уже особо не тренились тогда, я поехал к Абверу. Мы с ним задрочили 2 на 2. Ну и 1 на 1. Ну, короче, мы там посливали, как бы кому-то, кого-то повыигрывали. Но, короче, прикол был в чем? Займем мы второе или третье место. Или, а нет, второе или четвертое. Даже там как-то хитро было. Решала одна игра Абвера против Ревы, по-моему. Да, против Ревы, по-моему. Где на этой карте просто... Абвер играл в армаду, и, короче, там был прикол, что пошел в размен, у Рева там караптеров осталось, у Абвера сначала там грелки с парой карреров выбили, потом осталось, в конце, короче, осталось там 10 или 11 грелок, они летали за караптерами, вот, и караптеры что не могли сделать, ну и Абвер не мог убить, короче, но потом все-таки Абвер как-то словил, и грелок было больше, он зажарил, в итоге, короче, благодаря этой игре, которая там час длилась просто, ну вот, мы заняли второе место там просто. То есть это там такое было напряжение, я сидел, смотрел просто там, Абвер, блин, давай. Чего пропал его лимит, потому что без мода создана эта карта из-за бага. Прикольно, че, Алекс, спишь сейчас? Голова в воздухе висит. Удает. Давай, а чё? Ну что? Да свершится правосудие. Адептиками Стрэндж пробку пытается поймать. Лови ее, лови! Не может Стрэндж ее поймать. Иллюзии нас сзади послать и поймать все-таки. Так, видит пробку. Ну, эта пробка уже точно никуда не денется от адептов, это факт. Стрэндж минусует, вперед не идет. Да, он видел, что делает Hellraiser, прекрасно. Hellraiser через двух сталкеров ставит Nexus. Стрэндж тоже ставит Nexus. Но адептики в этом плане немножечко лучше, потому что это юнит агрессивный получается, и они могут... И поконтролить, там зайти экономику немножечко пошатать. А сталкеры только на обороне могут стоять. Стрэндж проверяет. Нексус спалил. Будет на мейн заходить? Нет, не будет заходить на мейн. Это про то, что я рассказывал, в 2013 году было в Казани. Жаль, что не делают больше турниров. Побывали мы в Казани, хороший город, вот, красивый очень, ухоженный. Ренату привет, не знаю, он, наверное, StarCraft не смотрит, в скайпе у меня есть там. Хороший человек, тоже возил нас там, показывал, сидели мы потом в кафе там таком. Прикольном, где вкусная еда и очень прямо цены такие крутые, приемлемые. Еще было прикольно. Ну, уж давно, 3 года назад получается. Короче, блинк на блинк, по рабам вровень идут даже у Hellraiser больше на одну пробочку. Здесь иллюзия залетает. Стрэндж
строит обсервера, и мортлов нет ни у кого, ничего. Так, Стрэндж решил, что можно 50 на иллюзию потратить энергии, ну, почему бы и нет. Кстати, не видел Нексуса второго при этом всем. От Пригара Ревы? Да не, Пригаров никаких не было, потому что это все-таки лан был, как бы, что, Рева адекватен, в принципе. На ланах, как и все. Чего определись? Стрэндж, говорю. Победун. Я уже давно определился. И не только с этим. Ну, игра была, конечно, жуткая. Там вообще просто. Проиграть было обидно, конечно. Но и нам было выиграть тоже. Но мы там вообще, как бы, ну, честно говоря, посливались с Лёхой, как-то слабенько отыграли тогда. Ну, уже такой период был, что ты как-то там, ну, я уже забил трениться, потом начали мы резко с ним, мы как-то готовились пару недель, быстро привет, Мурдев. Привет всем, ребят, короче, кто недавно подошел. One Man, посмотри, какие на ладре карты, тебя это удивит. Я список не смотрел, меня сегодня удивило, какой там список просто. Если я за Стрэнджа, то минус, ни хрена себе, что за печаль-то вообще? Видишь, я за Стрэнджа, ему на гуф войска надо на финал месяца проходить. Ты можешь поболеть из-за Хеллрейзера. Но, конечно, хочу, чтобы Хеллрейзер тоже тащил, но в данном случае я за Стрэнджа, если из двух выбирать. Ну, а вообще, комментирую беспристрастно абсолютно, но Стрэнджу нужно проходить. Будем там на финале месяца его смотреть. Минус 50. Да ну тебя, я так не играю, короче. Полетела иллюзия. Стрэндж пробочка на мэне. Наверное, она уже не втыкает больше, потому что я больше не вижу ее. Втыкающий. Третий Нексус опять у Стрэнджа чуть пораньше. Дестабилизатор опять строится. Но в этот раз фаржа почти одновременно у Стрэнджа и у Хеллрейзера. В этот раз третий Нексус у Хеллрейзера не сильно-то отстает, я вам скажу. Короче говоря, ситуация сейчас не такая однозначно, как в той игре. У меня нет ссылки на видюху по телеку. Пользуйся гуглом. Где-нибудь найдешь. Эпичный лан, как кто-то стал на админов СК2 ТВ. Не на админов, а на комментаторов. Не разбирающихся в игре. Вот. Ну вот, посмотрите. Пример, как нельзя ставить фотонки. Вот сюда ее надо поставить. Почему? Потому что она образует стенку с пилоном непроходимую. В итоге пробки вот так вот, смотрите, ездят. Снижая просто инкам по минералам. У Hellraiser такого нету. Хорош там норы копать, Чарли. Привет, Рэмс. Чарли, ложись. Ты диван не прокопаешь, новый. Так, ну пока затишье, но это затишье перед бурой, ребят. И посмотрите, с Hellraiser 4 немножечко, хотя в принципе по удобству примерно одинаковая она у Стрэнджа и у Hellraiser. Hellraiser 2 Старгейта делает, Hellraiser также и дестабилизатор, я так понимаю, Hellraiser собирается там Темпестов, а не, пока Феникса.
Ни хрена себе, это и дестабилизаторами, стрельными фениксами под ними. Это даже сложнее контроля, чем дестабилизаторы и шторм. Хотя, реально, по смыслу одновременно, но это нужно стрельнуть, попасть и фениксами поднять, еще внутрь залететь. Штормом-то ты там на площадь кинул, как бы забыл, а дестабилизаторами стреляешь. Здесь же контроль потяжелее. Плюс 2 у Стрэнджа раньше, чем у оппонента его. Почему-то Hellraiser забыл про плюс 2 сейчас. Если воздух собирается делать в такой игре, видно, что уже макро жесткая, можно и плюс 1 на воздух заказать. Хотя, Стрэндж, кажется, собирается сделать выход, и этим выходом-то можно и развалять. Есть призма у Стрэнджа? Нет, нету призмы, он просто идет. Попытки пострелять немножечко. Хорошо засплечено здесь у Hellraiser. Неплохо прилетело. Плохо прилетело. Hellraiser, куда ты еще трех сталкеров своих с нервяка? Hellraiser подрезает. Как это произошло, Hellraiser? Что ж ты делаешь-то? Ай, больно было это, больно. Давар Вделков идет на медленный пилон. Здесь надо гейт поставить, или я не знаю, еще как бы. Вот такой пилон, как бы на острие, на который варп нужно проводить. Как бы он стоит без. Без гейта, это плохо. Так, здесь. Оракул прилетает, Hellraiser при этом не может его подрезать, ДПС этих сталкеров просто недостаточно. Сейчас может Стрэндж, если Hellraiser будет невнимателен, Стрэндж может убить его просто. Но можно в ответку дестабилизаторами и минуснуть, на самом деле, заходит Hellraiser. Так, по адепту, по имморталу прилетело сейчас. Стрэндж пытается развалить, но лимиты равные пока, и Никсу 4. Что-то очень много зелков Hellraiser наварпил, но понимаете, в чем прикол? Если зелки с одного направления пойдут, например, вот сюда все, Стрэндж их просто развалит вообще нафиг. Да чалик, ну, это у собак, типа, ну, когда они спать ложатся, они ямку под себя вырывают на улице, чтобы там потеплее было, как бы. Вот это инстинкт, он как бы копает себе ямку для сна. Небольшую. Так, один хитрый дестабилизатор сбоку. Заходит Стрэндж. Больно. Больно может быть. Как он сейчас минуснул лимиты, наверное, 5 нахуй просто. И Hellraiser теряет позицию, дает Стрэнджу на ХГ зайти. Так, фениксы прилетают, поднимается дестабилизатор. Но один все равно попал. Сам Hellraiser делает выстрелы. Так, хватит ли здесь Hellraiser юнитов? Вилки прыгают вперед. Да, хватает, у него 4 иммортал. Да, здесь Стрэнджу тяжело, даже отступить-то будет, ё-мо. Белки тут разваливают, дестабилизатор поднят в очередной раз. Лимит уже равный, но у Стрэнджа запас ресурсов больше. Стрэндж фокусит фениксов сейчас. Фениксов неплохо сфокусил, но нужно сваливать, нужно выходить. Сейчас технология... Так, а это что тут летает, я чуть не понимаю. Попытка Стрэнджа подрезать Архона неудачная будет. Пытается Стрэндж сталкером считать. У Hellraiser проблема вот. У него просто не раскачан вообще Нексус. Стрэндж здесь газ... Хотя он Стрэндж тоже газ не добывает. Сейчас он... Так, пятый Нексус плюс пилон пошел. Еще два дестабилизатора. Гейтов увеличивает количество. Давайте продакшн сейчас посмотрим, какой у кого. 8 на 8 по гейтам сейчас. Ну, Стрэндж плюс 3 строит, будет 11. Hellraiser добавляет Феникс. Феникс это, конечно, очень круто. Но лучше, конечно, уже Темпестов на этой стадии пытаться добавлять. Хотя на воздух грейдов нету вообще. И ресурсов-то на темпистов тупо нет у Hellraiser. Так, выходит Hellraiser. Поднимай, поднимай, не поднимает. Он вообще битвы не собирается, Hellraiser сейчас. Так, призму надо сбить. Призму сбивает Hellraiser. Так, хороший выход. Зелков очень много. Что-то Hellraiser здесь больно делает-то Стрэнджу, я смотрю. 147 на 149. Как бы Стрэндж-то здесь не огреб бы вообще. И Стрэндж на муви ходит. Что это за ходьба на муви, ребят? Ну это же катастрофа, блин. Стрэндж, что ж ты делаешь-то? Стрэндж-то сливает игру просто. Это вот дает. Hellraiser царь вообще. Хорошо все делает. Архонов у Стрэнджа нет. Где вот ключевой юнит, который здесь будет биться, это Архон. У Hellraiser тяжелейший микс. Во-первых, Архон и Immortal. У Стрэнджа ни одного, ни второго компонента нету. Так, залпы дестабилизаторов пошли. Двух Архонов забирает. Хорошо, лимит сравнялся практически. Нужно ступить сбоку. Дестабилизатор подходит. Hellraiser видит его, не знаю, не видит, наверное. Но он погиб и так. КД здесь еще идет, залпы всех. На муви сливается в хлам дестабилизатора. Но у Стрэнджа пятый Нексус с другой стороны добывается.
Если Стрэндж сейчас отбивается, у него все нормально. Если нет, то кэш... Ну, если нет, понятно, это при любом раскладе так. Так, минус. Так, Феникс Стрэндж начинает фокусить. Сталкеров очень-очень много. Микс же плюс 3 есть. У Хеллрейзера только плюс 2. Архона минус 0. И Мортлук пытается забирать. Забирает еще одного. Сталкеров забирает. Агрессивные блинки от Стрэнджа идут вперед. Еще одного ИМА забрал. Адептов на вату, Стрэндж. Нафига адепты с зелками бороться? Глефы есть. Глефы отсутствуют. Будут сейчас скоро глеф. Плюс 2 иммортала, плюс еще 6 толкеров. Здесь бы фотоночку одну не помешало. От, на всякий случай от дарков продвинуть, что Хеллрейзер никаких дарков и строить и не собирается даже. Хеллрейзер промедлил с новыми базами. Все это у него этот Нексус кончается. Мейн кончился, а здесь как бы добычи с перебором. Здесь тоже кончается. Надо уже пятый ставить было. Ведь Стрэндж, он хоть в лоб и давил, но это направление вообще ничем не контролил. То есть строй базы не хочу вообще. Стрэндж 200, он двигается вперед, он собирается на 3 часа удар нанести сейчас, и Хеллрейзер теряет позицию, не контролит 3 часа вообще, хитрый тут кустах дестабилизаторчик спрятался. Ой, больно. Хеллрейзер заметил, все нормально, замечает Хеллрейзер дестабилизатора. Здесь нужно обязательно поднять, когда стрелять будут дестабилизаторы Стрэнджа. И Хеллрейзер проморгал момент, такой важный момент проморгал, как они туда в стек зелков попали-то больно, ё-моё. Да варп медленный здесь, короче, кажется, Хеллрейзер проигрывает здесь, и Стрэндж идет дальше, 2-0. Все, батлнетч, поздно ставить задержка на этот матч. Но я сказал Стрэндж, значит Стрэндж. Сегодня я прав, короче. Так. Ребят, сейчас через 3 минутки вернусь, ждите.
Так, все, я здесь. Так, чуник, а у желтого нет, что ли, пес какой-то тут флудит? Вот, и никто его не выпиливает, блин. Непорядок же. Фу, хорошо, я отошел, ребят, так. Прямо таки, да. Ждем продолжения. Оп, Стрэндж уже сразу хост создал. Кто там у него оппонент? Зиги это тиран, кстати. Хорошая пара. Стрэндж против Зиги. ТВП. Тейлс Минат убил Тейлс Мистик там. Вот, кстати, надо Стрэнджа побеждать, чтобы финал наш СНГшный был, с СНГ игроком был. Но я надеюсь на Стрэнджа. Ну что, я за Стрэнджа, конечно же, он победит. Поехали. Буду Луныч. Тем более поляка. Обязан, просто обязан удалять. Рекламу вывезла. А вот. Все, ребят. Братушки, про поляков ты. Как пел Дельфин в своем альбоме КамАЗ или Кама-3. Вот, а он был выпущен в упоротом состоянии. Вот. Потому что по контракту, который его не устраивал, ему надо два было альбома выпустить, поэтому решили второй, короче, так, на Атмазон сделать. Спасибо, мама, но мне не надо брата. Но мне не надо брата. Как-то об этой ситуации. Ладно. Дела такие. Суни его не будем. Обойдемся без подробностей. Все в порядке там было. Так, ладно, короче, давайте смотреть. Тиреймбо Стрэнджу не варик, ну Зиги ГМЛ так-то тиран, если что. Так что, может быть, и Зиги сейчас Стрэнджа и закумарит здесь. Посмотрим. Я не уверен абсолютно ни в чем здесь, ребята. Будем болеть. Так, два гелика. Стоит 4 гелика. Это явный дроп геликов будет. Учесть, что ты толстый. Это не играет никакой роли. Так, потеря пробка КСМ-ка, но это разведывательные юниты были фактически. Гелики вперед едут.
4 гелика. Стрэнджу больно сейчас будет. Куда ты ему Стрэндж? Верчаж на вторую надо ставить быстрее. Так. Везде верчажи выставлены. Что-то Зиги тут разваливает. Стрэнджу очень-очень неплохо, я вам скажу. Заезжает под верчаж под один, но на мэне проблемы. Стрэнджу надо сплитить пробок. Кому нужно быстрее, только не в кучу их ставить. Стрэндж, что ты творишь? Так, пытается Стрэндж развести. Это катастрофа, ребят. Потеряно 10 пробок на этой стадии. Это крайне неприятный расклад. Здесь уже треть цеха пошла. Но Зиги, конечно, законтролился здесь и пока дома здание не строил. У Стрэнджа есть вариант ответочку с блинком провернуть. Здесь уже минки копаются. Зиги молодец, очень четко все делает, я вам скажу. Очень-очень напряжно. Так, минка делает залп или не делает? Нет, минка не делает залп. Приходит... Так, медивак на мейн полетел уже. Как же Стрэндж косячит с контролем этих пробок чертовых. Две минки сейчас выбьет. Так, 7 сталкеров, 1 адепт, у тирана 3 марика. Иди, конечно, проверяй, Стрэндж, что там происходит, и может быть тебе счастье подвалит. Потому что здесь ничего нет вообще. Залетает, видит бункер, иди вперед, вот. КСМ-ку минус низ, Стрэнджик. Мародера надо бы минуснуть, Стрэндж минусует мародера, он бункер достроился. КСМ-ок зато в ответ Стрэндж наподрезал, здесь не слабо. Стрэндж на пофиг внутрь заходит к Зиге. Это называется, когда переагрессивничал такая ситуация. Когда слишком переагрессивничал. 30-44 парабам. Оказалось-то, да, как Зиги Стрэнджа бедного захарасил. Захарасил, а дома-то забыл про оборону. Дружок, пирожок. Выходит циклон, сейчас он гвоздометом своим все здесь расконтролит просто. 25-47 парабам, но для тирана это просто провал. 26 рабочих он ни много ни мало отдал сейчас в этих врывах всех. Так, ну циклоном будет не подрезать, есть стимпак-то. Стимпак уже есть, кстати, что Зиги не стимпачил юнитов всех странно. Третью цешку законтролился, забыл грейдануть вообще. Стрэндж там фаржу Робо Бэй заказывает. Глефы делают, третий ник готов перевести есть что. Пытается Стрэндж бункер законтролить. Так, 97-69, ну 59-39, 20 пробок преимущества, колосса, рейндж. Я думаю, что Стрэндж не должен такую игру упускать, хотя всякое бывает, знаете ли. Есть же третья сэшка вылетает, Стрэндж видит прямо, как она садится, это грамотный тайминг обнаружения. Соответственно, обсервер здесь прямо повис. У Зиги нечем просканить его, будет ли Стрэндж выходить ликвидировать. Причем Зиги в наглую берет ближнюю к Стрэнджу, на самом деле, а это опасно в... Ситуация его отставания. Любит Стрэндж пилоны ставить, так что они добыче мешают на самом деле. Давар пошел юнитов. 5 гитов Стрэндж ставит. Так, колосс очередной выходит. Второй. Восемнадцать рабов на второй. Здесь 10 все остается. Оп, Дарк Шрайн пошел. Кстати, ставится как фотонка, как будто бы. Так, ну Зиги тут оправляется от удара. Смотрите, рабов меньше, но по лимиту-то его не намного меньше. Так, Стрэндж сейчас заметит, что Зиги идет вперед, там-то убивать четвертый Нексус на трех часах.
Так, одновременно он и здесь, и в лоб идет, я вижу. Никсус 4 сразу же Стрэндж отменяет. Передроп на мейн нужно ждать. На мейне, кстати, вообще нет обороны у Стрэнджа. Это очень печально, на самом деле, что обороны никакой у Стрэнджа нет на мейне. Здесь ходит Зигги в наглую на лоу-граунде. Встречает, принимает. А в это время дроп на мейну. Колосс и плюс сталкер подъезжают сюда. Колосс уже очевидно Стрэнджом. Стрэндж пытается сбить медивак. Непросто это оказалось сделать. Ну, на два направления развод пошел. Здесь можно дарками ворваться, контрбрыв сделать. Так, погодите, ну дарки получается. Можно сейчас пилом поставить, здесь пару на оборону дарков оставить Стрэнджу. И уже от этого исходить, в общем-то, в оборону. Четвертый Нексус, ближний к Зиге он ставит вообще в наглую. И пошел выход или нет? Нет, выход не пошел. 10 ничего не держит, чуть на дальней базе, на третьей. Зиги выходы в центре какие-то делают. На мейне только сталкеров Стрэндж расставил, не знаю зачем вообще. Пилончик-то надо запилить, чтобы вижен сталкерам давали, чтобы, если что, блинкануться вперед, резко отбить, получается, как бы. Че не отбить, а сбить медиваки, пока еще юниты не ворпанулись. Так, Стрэндж идет вперед, видит, что Зиги здесь стоит, группа юнитов. Заходит на Ксилнагус, Ксилнаги палят вообще Зиги. Куда ты, Даркат, повел? Сейчас минусну пиво со сканом. Сканит Зиги минусу, здесь адепты врываются на третью. Стрэндж в это время в лоб начинает разваливать. Колосс со Стрэнджом все в порядке. Филды пошли, загружается. Зиги улетает. Здесь адепт пришли, но их на халяву принимает Зиги просто. В это время врыв на третью базу. Оверчажи плюс дарк. Я говорю, дарки на обороне, это юнит просто замечательный. Так, на мейн врыв идет. Здесь медивак падает, надо сталкерами отбивать мейн или нет. Стрэндж тут чутку-то варпает, непонятно. Так, дроп тройной приходит на мейн. Стрэндж не успевает отреагировать вовремя. Это опасный дроп, на самом деле, здесь слишком много юнитов, я вам честно скажу. Но есть оверчаж. Так, еще один оверчаж, что дарки начинает выпиливать. Скан на дарков. В такое время на дарков сразу же варпоны сливать. Такая тема происходит. Стрэндж идет вперед на дальнюю базу. Не на дальнюю, а на ближнюю к нему третью. Это минус Зиги. Зиги бомбит, Зиги выходит из игры. Не знаю, кого больше. Еще никто не знает, кого там где больше подняли. Еще сложно об этом говорить. Вторую игру ждем. Я не вижу хост. Пока что. Ну, Стрэндж сидел, высидел все-таки. Победу. Так, Ванийская исследовательская станция у нас.
Короче, печаль какая-то вообще. Ну что, пытаемся дождаться чего-нибудь мы, пока ничего не происходит. Так, только ваниская не создается. Так, попробую полностью в StarCraft перезайти. Так, какая-то просто ошибка, блин. Жесткая, короче. Выдается мне. Что за хрень-то вообще не понимаю, происходит? Блять, что за шняга-то вообще, я не понимаю.
Вообще не знаю. Короче, StarCraft просто ошибку выдает и все. Так, $1 вот он, значит. Ну, не видать, значит, у меня на PayPal ни хрена нету. Короче, Blizzard, да, вообще молодцы. Оп. Global Timeout пишет просто. Так. Так, поехали, наконец-то я создал. Здорово, Илюх. Все, короче, через группу как-то хостанул я нелепо, не знаю. Ну, будем продолжать за Стрэнджа болеть. Стрэндж против Зиги, полуфинал, погнали, короче, ребят. Что-то там творится на серверах у Близзарда, или это StarCraft именно баги, я без понятия, короче.
Стрэндж 1.0, Ваанийская исследовательская станция. Поехали по StarCraft, уже соскучился, что-то долго ничего не начинается. Ну что же, посмотрим, что там Стрэндж делает. Так, что-то тут КСМ-ка есть. А, прокси проверил Зиги. Ну, здесь, да, прокси ставили раньше. Стрэндж тоже проверяет прокси на своем золоте. Играет Гейт, Газ, Нексус. Кибернетчика стандартный билд абсолютно. Зиги Газ первый был. Прокси-фактурка. Минки, либо циклоны, либо что это будет, пока непонятно. Но судя по тому, что здесь фактурка строится, реактор-то на ней как-то долговато ставить для циклонов. Тем более на этой карте невыгодно, что здесь, если бы вот здесь Нексус второй брался, то да. Но на рампу-то на такую, которая одним филдом закрывается, ломиться вообще бессмысленно практически. Возвращает Стрэндж домой, в миллиметрах проезжает от прокси факт этой, но спалить никак. Так, циклоны без реактора, интересно прям. Циклоны и так, здесь у нас ничего не ставится. Ну, кстати, если Стрэндж пилон на рампе не будет, циклон-то может поднавалить здесь дамажечка. Не слабо. Так, ну что-то напрягает Зиги, не слабо. Уверчаж выставляется. Что толку-то от этого уверчажа и... Стрэндж, что ты творишь-то? Ну, вот Зиги сейчас мог Рипера не отдать абсолютно спокойно, но он взял и отдал. Зачем, не понятно. Так, отменяется гейт там у Стрэнджа. Сейчас будет заказан Иммортал в Роба. Здесь у нас сейчас будет 50 энергии скоро. Но Зиги приходит, начинает разваливать просто. Мазеркор можно захватить было бы. Заходит наверх сейчас. Так, уверчаж будет? Да, будет уверчаж от Стрэнджа. Еле-еле сдерживает прессинг, но с Иммортлом сдержит, я так думаю. С Иммортлом должен сдержать. Здесь получается полный улын с одной базы. Сейчас уже третий. Вот если бы, я говорю, был бы Нексус не... Было бы карта не эта, это работало бы в разы лучше. Так как здесь рампа, это тяжело работает здесь на самом деле. Рипер залетает дальше. Здесь уже есть Иммортл, и Иммортл по 50 этим пацанам объяснит. Очень быстро, что они неправы на самом деле. Хотя с вычинкой... Ну, хотя какая вычинка, когда по 50? А по 50 раз в секунду, извините. Как и у Сталкера. Так, вычинивается циклончик. Хотя с Либератором уже другой расклад. Под Либератором-то... Либератор... Иммортл говорит 50, а Либерат говорит что? 85. У меня больше. Но далеко разложен. А надо ближе как-то. Ну, Тауверчардж может достать. И это будет неприятно. Так, с лоу-граунда пилоны пробивает. Там Зиги неприятно. Сейчас Уверчардж кончится. И Тау-Либератор надо прямо на пилоны раскладывать. И пытаться заехать на КГ. Ну, у Стрэнджа-то уже вторая база начинает окупаться. Уже сталкера делаются. Призмы сейчас будут готовы. Либератора ближе подведи, Зиги. Что ж ты тормозишь-то так? Уверчаржа нету, разложи сюда. Ты прям наверх его, ё-мо. Чё за, блин, бред он делает? Ну, это ошибка, конечно. Иммортлов можно на лоу-граунд вывести просто. Сейчас их в тыл просто циклоном завести. Так, приходят сталкера. Циклоном наваливает Стрэндж там с лоу-граунда. Здесь 50 энергии еще нет пока, но и так всего достаточно.
Это Стрэндж нагло летает. Чё Зиге мешает захватить просто призму сейчас? Просканил, но дэмэдж же больше захват такого не наносит, как раньше. Так что извиняй, Зиге. У Стрэнджа еще давар пошел, Твайлайт делает, скоро блинк будет заказан. Здесь Нексус, правда, уже поставил, но... ЦЦху, простите. И третью ставит. Ну, блин, боюсь, здесь что-то не очень-то окупается все. Пытается Стрэндж тут как-то разобраться. Один циклон назад сейчас отставлен. Один либератор, простите, назад оставили. Одного циклона Стрэндж чудом забрал каким-то. Хороший призма контроль начинается. Просто невероятно дэмэджены имморталы, но оба выжили, что самое главное. Так что потери не в пользу Зиги здесь совсем. Так, сталкеров все больше и больше. Стрэндж идет вниз сейчас. Либератор пытается разлететься. Факта уже давно улетела. А либератор сейчас на мейну. Где Мазеркор? Есть здесь Мазеркор. Есть здесь пилоны. Вроде как Стрэндж защищен Стрэнджа мейн. Но чем Зиги будет дома отбиваться? Отбиваться-то вообще нечем. Вообще, либератор на мейн залетает. Сейчас с какой стороны? Непонятно, вот с этой стороны. Зиги просто нечем обороняться. Вот где печаль для него. Так, либератор на вторую прилетает. Один раскладывает, второго еще нет. Верчаж достанет. Стрэндж понимает этого. Верчаж ставит, достает. Здесь приходит. Так, Immortal и Stalker. Через 10 секунд блинка и через 10 секунд ГГ. Без ЕГ напишет. Нечем. 2.46.18 по боевому лимиту, конечно. Immortal на ХГ заходит. Какие сталкеры-то? Блинка, и уже Стрэндж все наверх. Покидает Зиги матч. Это печаль. Так, распускаю группу. И что там у нас в другом матче, соответственно? Что-нибудь определилось? Мистик Стейлсом бьется. Пока результата нет. Стрэндж 2-0 Зики. Стрэндж в финале. Так, ну что, ребят, ждем финала. Так. Пока ни хрена не ясно. Мистик Стейлсом у нас будут бьются сейчас, но там ничего не известно у нас. Как там они бьются? Потому что стримлю только я.
Так, Мистика что-то не вижу здесь, я на сервере. Ну, ждем, пока будут результаты известны. Тейл здесь сидит, непонятно, что там к чему. Не знаю, Минато дошел до четвертьфинала, ему, наверное, очков не хватит, чтобы пройти финальную часть. Стрэнджу, скорее всего, хватит. А теперь, как он в финал попал. Так, короче, пытаюсь обновить. Сетку. Чё-то результат пока нету. Непонятно, почему Тейл здесь, если 1-1 счет на данный момент, я просто не понимаю. Ну, ждем финала, где Стрэндж будет играть, пока ни хрена не происходит вообще.
Так, короче, никто ни хера не зарепортил. Че, опять начинается ожидание, непонятно что, ребят. После финала с братком и Димагой 3-3. Ну, хз, я, короче, хочу домой пораньше прийти. Ну, посмотрим, во сколько закончится финал, смотря. Мне завтра надо будет сидеть с Машей с утра, потому что Даше нужно там на работу съездить. Ну, вот. Все, пришел Мистик, 2-1 Тейлс у нас, короче, все, может переименовать финал, что Стрэндж против Тейлса. Ну все, сейчас начнется уже, короче, финал, наконец-таки. После долгого ожидания Стрэндж против Тейлса будет биться у нас, оказывается. Вот такие вот дела. Ждем начала.
Так, ну что? Сетку можно закрывать, в принципе. Ну все, ребят, Tales против Стрэнджа обычно на финал за очки, там как бы без, не Бу 5, а Бу 3 играется, поэтому поехали, смотрим, собственно говоря, финал. Так, ну что? Два гита, Киберначка, Стрэндж, здесь то же самое абсолютно. Ну, Тейл с застройщикой на рампе играет. Поможет ли ему застройка, это хз. Ну, ПВПнчик посмотрим. Стрэндж неплохо играл с Хеллрейзером. Да и, в принципе, Стрэндж неплохо ПВП играет. Дестабилизаторами стреляет. Плюс Тейлс, по идее, скорее играет. Должен Стрэндж побеждать, я думаю. Ну, победит ли, вопрос еще открытый пока. Так, хитрый Тейлс приходит и, кажется, какие-то прокси здесь собирается пилить или нет? Или просто он тут что-то монстрит? Просто что-то ездит? А нет, все-таки прокси, смотрите, на третьем. На третьей базе пилон. Стрэндж почему-то прокси не проверяет совсем. Но он через 4 сталкера играет. Здесь тоже через 4 сталкера игра. Мастер Бу, как дела, где пропадал? Я не знаю, где ты пропадал. А дела у меня нормально. Вот. Так, гейт Тейлса. Три гейт тупо... Четыре гейт пуш, ё-мо, вот это элегантно просто, да? Ну а чё, почему? А почему бы и нет? Заходит сталкер, 4 штуки. Стрэндж видит, прекрасно. На халяву Тейлсу просто одного сталкера забирает. Сентри пытается Тейлс фокусить, ничего не получает. Стрэндж хорошо фокусит, кстати, сталкеров. Отгоняет далеко Тейлса. Ну там его сталкеры тоже продемеджит. Сейчас 4 сталкера просто будет до варп, ребят.
И у Тейлса 8, Сталкеров будет 9 просто. У Стрэнджа 4 плюс Стэн 3 2. Роба еще не готова. Но у Стрэнджа есть уверчажи. 3 штуки будет. Уверчажи надо срочно ставить. Так, уверчаж Стрэндж ставит. Сталкер где-то на мейне. Как раз катастрофа для Стрэнджа. Это 1-0 в пользу Тейлса. Скорее всего. Хотя не, я спешу хоронить Стрэнджа. Филды хорошие. Не, нормально сталкера затанковали. Нужно восстанавливать пилон. Мазеркор отдавать ни в коем случае нельзя. Иначе это сразу ГГ пилон долго. Вот если бы сразу же Стрэндж восстановил пилон, у него были бы минимальные шансы. Но как он сразу его не восстановил, это печаль. Так, пробочки все на мейн поперли. Стрэндж сам уходит на мейн. Филд делает. Да надо отдавать здесь сюда. И с имморталами дефить мейн просто спокойно. Рабочих у Стрэнджа больше, всего больше. Халяву Стрэндж пытается. Ну, кстати, если Тейлс будет тупить, то с имморталом можно еще и Нексус, на самом деле, отбить попробовать. Так, таймварп, а Стрэндж пошел. Нахер, какой таймварп-то? Че Стрэндж, куда Стрэндж прет? Зачем ему это нужно было? Уверчажи все сбил себе. Все, 4 адепт заходит на халяву. Нахер ставил туда таймварп? Вообще не понимаю, Стрэндж. Просто взял и отдался сейчас фактически. Просто дал возможность этому тормозу 4-гейтовому зайти на ХГ на халяву. Убить рабочих ему, еще тут supply блок. Нужно просто сейчас вот здесь пилон поставить, как бы спуститься с двумя имморталами на лоу-граунд и убить потом контр-пушем. Все. Стрэнджи тоже есть адепты, но лоу-граунд их пускает. Не спешит пока вниз идти. Ну, в центре много, Immortal 2, адептики есть. Еще сталкеров до варпу. Тейлса 11 сталкеров, 3 зелка. Стрэндж идет вперед. Стрэндж... Так, Стрэнджа достаточно много здесь юнитов. Иллюзиями проверяет, видит, что здесь происходит. Нужно ли на ХГ Стрэнджу вообще уходить? Я не знаю. Мне кажется, что на ХГ ему и не надо было уходить. Хотя тут много, и имморталов двух явно маловато. То есть можно было бы развалить Стрэндж пилонов на пилон. Здесь полный блок на рампе, поэтому я не думаю, что Стрэнджу надо куда-то туда врываться. И здесь, кстати, делается блинк, что самое интересное. Заходит Стрэндж. Здесь полная энергия у Мазеркора. Ну, блинк это хорошо, но... Блинк это хорошо, и... Блинком Тейлс может, ну, отдаться хорошо на рампе, но если он, конечно, будет заходить. Будет ли он заходить, еще вопрос. Так, Мазеркор, конечно, отгонит сейчас. Тейлс одного сталкера сюда варит. Так, адепты где-то сзади там. Пытается Тейлс сталкера Стрэнджу отфокусить. Сталкеров все больше и больше. Ё-моё, здесь уже только здесь 18 штук. Тейлс уступать вообще. Я пока не понимаю, что Тейлс собирается сделать. У Стрэнджа призма готова. Можно полететь что? Можно двумя имморталами прилететь к нему и начать шатать его просто вот с этого направления. Либо через верх. Через верх Стрэнджа могут спалить там на золоте, соответственно. Так, идет Стрэндж вперед. Пошел замес. Гвардиан шелгрубил. Филды хорошие. Надо ему вконтролить призму. Одного сконтролил Стрэндж, но... Что-то Тейл здесь зашел и развалил Стрэнджа нафиг просто. Ну вот это единственное, как мог проиграть Стрэндж. Криво спуститься на лоу-граунд просто и проиграть спокойно, абсолютно. Тут есть блинк, а с блинком Стрэнджу делать нечего. Так, уверчаж запилен. Имморталу надо отвести назад под уверчажа Стрэндж. Отводи же ты туда, куда-нибудь назад его. Заходит Тейлс, агрессивный блинк под уверчажа делает. Стрэндж пытается сталкеров не выпустить под уверчажа и трех не выпускает, четырех. Давар сталкеров идет. Но я думаю, что Стрэндж отдаст здесь все равно. Был бы Immortal, у него, может быть, ему помогло бы как-то это. Но так как и монет, то здесь блинк, и тут еще плюс 4 сталкера заходит. Короче, это катастрофа для Стрэнджа. Мазеркор погиб. Это 1-0 Тейлс, да? Как-то Стрэндж отдает здесь нелепо эту игру. Ну, спустился. Когда-то-то надо было спускаться вниз, но Стрэндж понимает, в чем прикол? А, он видел Твайлайт. А что Стрэндж сделал? Вот это ошибка. Видел Твайлайт и вниз лезет. Сиди наверху. Нексуса нету просто. Если Стрэндж видел, что там нет базы, ошибка была вниз спускаться.
Уже просто было посидеть немножечко, как бы сверху, прилететь призмой и убить ему мейн, как бы все. Тейлс молодец. Бомжи пуш не прошел. Нексус убил, перешел блинк и добил потом. С ХГ бы, конечно, на ХГ бы Тейлс не зашел бы никак бы. Еще бы спилон туда поставить. Ну что это? 1-0 Тейл, вторая игра, Daybreak у нас. Ну что, тут у нас Стрэндж запилил пробку тейлсовскую. В разведку пошел сам. Да, пошел в разведку. Гейт у Стрэнджа всего один, то есть он прокси собирается впиливать. А Тейлс что? Годите, а как это так по билду получается, что у Стрэнджа настолько... Я что-то вообще не вкуриваю. Я отвлекся и пропустил вообще все. Как Тейлс так делал билд, что, посмотрите, у него вообще... У него просто кибернетки до сих пор. Сейчас Стрэндж приедет, и это спалит сейчас. Кибернетки тайминг нужно увидеть. Видит Стрэндж тайминг кибернетки. Смотрите, здесь только наполовину, у Стрэнджа уже готово. Это что? Бред какой-то. Это нужно как-то реализовывать. Как это реализовать? А, ну потому что здесь прокси планируется, ё-моё. Так, у Тейлса Мазеркор. Сталкера. Если Тейлс будет про... А, не прокси, вообще Нексус запилен. Какой-то бреда билд вообще у Тейлса сейчас. Вот стандартная прокси позицию можно проверить сейчас и здесь. Стрэнджа прокси пилон, он сам контрпушем кем-то хочет сыграть, я так понимаю. Гейт надо пилить и все. Здесь тоже прокси пилон. А здесь что у нас будет запилено? Вообще хаза. С тремя сталкерами Стрэндж вперед выходит. Гейт пилит Стрэндж. Тейлс прокси не проверяй, здесь тоже гейт. То есть Тейлс ставит Нексус. Еще три прокси гейта в ответчику Стрэнджу делает. Стрэндж обходит здесь по... Так, здесь не просто гейт, есть гейт Старгейт. Можно подняться было бы на ХГ, но если там было бы сталкеров столько же или больше у Стрэнджа, чем у Тейлса, то он мог бы развалиться просто. Тейлс идет прокси искать, Стрэндж видит. Прогоняет хорошо Тейлса сталкеров. Тейлса Нексус, Тейлса... Твайлайт, не надо лезть на рампу, конечно. Может, Стрэнджу уже не надо и Оракула делать? Я бы на месте Стрэнджа грелочку сделал, развалил бы в лоб этого просто. Чепуша. Фотонки делал, в смысле, фотонить Тейлс хотел. А, он отменил фаржу и гейт потом. Все, я понял.
Стрэндж абсолютно, считаю, верное решение принимает, делая грелку. Вот, и надо бы здесь пилон напилить. А, вот ты, опа, вот это уже интересно. У Тейлса Даркшрайн пошел. Крайне рискованное решение с его стороны, но оправдано. Три адепта плюс у Стрэнджа, не надо лезть на сталкера. Адепты криво у Стрэндж заходят. Грелочку надо вперед вести как можно быстрее сейчас. Supply block Тейлсу сделать не помешало бы. Так, адепт заходит на ХГ. Мазеркор есть у Тейлса? Да, есть Мазеркор. Стрэндж с грелкой начинает прессинг. С дарки сейчас к Стрэнджу домой придут. Это 2-0 в пользу Тейлса будет, скорее всего. Оракула Стрэндж не делает. Ошибка, конечно, это очень жесткая. Мазеркора есть еще уверчажей много. И Стрэндж пока будет здесь пытаться пробить этот пилон. Тейлс просто ворпанет дарков сюда и на мейн Стрэнджу. И это будет катастрофа. Но если запилить прокси Оракула и здесь дарков не будет, то есть шанс на самом деле, чтобы отбиться. Так, верчаж пошел у Тейлса на противоположный пилон. Грелку ни в коем случае нельзя заводить, отдавать. Дарк уже идет на мейн. Стрэндж делает роба, где на мейне. Провал. Здесь надо роба делать. Так, адепт пытается врывать. Все, Даркшрайн спалил. Здесь оракула надо делать. Нету рейндж... Куда ты побежал-то, Стрэндж? Куда он побежал? Я не понимаю просто. Куда он побежал? Куда Стрэндж побежал? А, оракул он типа дома отбился. Ну что за бред-то? Так, ну оракул он домой везти. Здесь дарк пилон выпили. Не, это ГГ. Стрэндж неправильно делает. Ему надо с оракулом было попытаться. А, хотя если робо он это... Так, оракул вылетает. Два дарка Никсус пытаются выпиливать. Если выпилят, то все, минус Стрэндж это будет. Так, пытается Стрэндж дарков напрягать. Все, Никсус, кажется, выпилят дарки. Тут просто на грани. Не, выпилят. 200 хп остается. Два дарка Стрэндж все-таки спалил и выбил. Верчаж ставится, надо... Так, ну все, у Стрэнджа нет лимита, то есть роба есть, но обсервера он не сможет выпилить, вот в чем проблема. Минка нет, у Тейлса тоже, правда. Вот Стрэндж вместо того, чтобы уйти, ему надо было пробивать на ХГ, короче. Стрэндж взял, ушел, в итоге развалился, оракул без энергии, дарки здесь нарежу, хотя через 20 секунд будет еще энергия у Стрэнджа, да, здесь. Здесь уверчаж, здесь все есть у Тейлса для обороны. Да, у Стрэндж, конечно, лимит пожестче тут с двумя грелками. Или с одной уже. С одной, где вторая? Как Стрэндж успел ее погодить? А, он отменил грелку. Но Тейлс решил, зачем делать просто? Зачем просто выигрывать, стоя на ХГ, если можно просто отдаться на лоу-граунде? Конечно. Так, заходит Стрэндж. Разогрев пошел. Да все, нельзя ждать здесь оверчажей, пока кончится. Надо пробивать сейчас. Заходит Стрэндж. Грелочка тут почти отдается. Но не отдается. Так, сталкер все больше и больше. Сейчас еще будет один оверчаж от Тейлса, естественно. Дарк приходит сбоку. Минус Дарк. Сейчас еще один наварпит Тейлс. Дарк. А, вот не успел Дарка варпануть. Хорошие сталкеры пошли. Но! Если еще один Дарк варпанет, то тут все. Заходит Стрэндж, последний оверчаж, да пробок вперед надо. Сейчас какой-то оверчаж, а, здесь еще один есть. Ну все, не-не, это ГГНчик. 31-34, я не знаю, если Стрэндж вытащит, это просто чудо будет, а не игра. Таймвар пошел, заходит Стрэндж на ХГ. Пилон пытается убить, Мазеркор залетает, да не, какой-то, ё-мо. ГГ, конечно. Оверчаж еще один выставлен, Тейлс выигрывает, короче. ГГ пишет Стрэндж, 2-0. Хватит ли Стрэнджу очков для прохода в финал месяца? Хз. Думаю, что хватит. Там за второе место достаточно дается много. Хотя не могу быть уверенным в этом. Короче, единственный шанс Стрэнджа был не отменять вторую грелку. Короче, иди вперед, отменять робо, отменять все сразу, брать рабочих в атаку и пытаться пробить наверху. Но наверху было не пробить. Нужно было быстрее с грелками пробивать. Ну, Тейлс грамотно поступил, вот так вот сыграв, конечно. Что тут делать?
Так, делаю стоп-старт, в любом случае надо без задержки вернуться. Ждите.